Кортупойолор дочулары өйір программанан республика бағынай қағайыстывалыргар саңа комбайнлар келілер. Икки бастығы комбайны қаңала сулуғын өктемнегелегер Жуков бағынай қағайыстыватыгар үйнөйнө хумыярга туттан сағаладылар, саңа техниканы Прокопий Хабаров білісті. Бүгіннерге тек қағайыстываты министерстветі ұғыручиттары өйе хыңғылымыт программатынан жуылан Кортупой үйнерашилерге саңа комбайнлар келетелі Был, когда я начинал тогда, был хамурле тигр, тут комбайн ловит прицепной, была на болке день ловит модификационный фирма кине, была Польша там, Польша голлар комбайн, то кине была на однорядный был, средняя была на мощная была на кюме гектар кюш курдугу онор мощная, он на была на тот другой день простой день кине безусловный тир кине неприхотливый его, то технология того, ох, все другое простой. Бейте бункердах, тонну курдуго бункергар хомир, он на улана аяк кинеритер. Программа для бизнеса чуть беги к тарте, так как сух бахналах курдуго пилор дачлар, агас кахайст вакидби. Ол курдуго обсеят тюет, болка воне и кератах ПКК комбайнер калих тахтер. Бингу тургунан уз кахайст ва комбайнерин тутан улиланеридер. Комбайн бихи мишехос программатнан. ЛБПТ, то есть модель генерала Амбербиттера, так и так где-то полтора миллиона такка, миллиона восемьдесят курдук. То есть мисихоз программа от нам того, он без берегенен то государство юн на яка, он без берегенен еще до конца горения тулямит бу счастливые обладатели бу лагаджавит. Вот, то есть лирани кадрен не ебе, это хайдан то блин, то бу хангади лирани кадрен тумюгенен кадрюйте шуге. Комбайн жоғыз қағайыстывалырға оны бігігі сұлуы ебітігір сөпті бәрін бәлі тек қысы. Что касается комбайн Болка, то у него очень простое применение и простое обслуживание. Основные регулировки тут заключаются в работе глубины, настраивания клеи, но и в принципе на этом все. Работать с ним может как один человек, но, конечно же, было бы проще L2. В работе неприхотлив, зарекомендовал себя как машина с многолетней историей, потому что свое начало он берет в далеком 1970 году. Прокопий Хабаров, Сақа телевидение, это Эктем Декускай.